дисциплина, на которой мы сейчас учимся, она развивается, то есть поэтому я пошла именно на нее. Как бы она стала популярной, производство есть, они всегда будут, то есть такие инженеры, они как бы потребуются. Поэтому я решила, что я пойду на нее, и в дальнейшем, может быть, что-то у меня получится связать с этим. Второй диплом – успех в квадрате. Руководствуясь этим девизом, можно действительно сделать карьеру. Безопасность технологических процессов и охрана труда – это основа любого производства. В Северном Арктическом федеральном университете вы за короткий срок можете освоить эту стремительно меняющуюся профессию и одним из первых занять свою нишу. Переподготовка кадров введен согласно профессиональному стандарту. Сейчас не инженер по охране труда, а специалист по охране труда с июля 2016 года. Поэтому нас переподготавливают на производстве, чтобы вести специалиста. Для этого нужна переподготовка по техносферной безопасности, которую мы получаем. Согласно новым требованиям к образованию профессионального стандарта, специалист по охране труда должен иметь высшее образование по направлению техносферная безопасность, либо дополнительную профессиональную переподготовку в области охраны труда. Именно за дополнительное профессиональное образование – это будущее. Не требуется учиться 5, 6, 8 лет, мы не хирурги, да? Мы работаем в ориентированных промышленности с людьми. Здесь нужно иметь базовые знания, остальное все приходит, поверьте, только с опытом. Программа «Безопасность технологических процессов и производства» разработана для руководителей и специалистов предприятий с целью повышения квалификации и дальнейшей работы на производстве, а также для физических лиц, имеющих законченное высшее или среднее профессиональное образование, и студентов старших курсов, желающих приобрести новую актуальную профессию в области охраны труда. Основные учебные дисциплины – медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности, надежность технических систем и техногенный риск, правовые основы безопасности труда, промышленная экология, основы электробезопасности, управление безопасностью труда, производственная санитария и гигиена труда, производственная безопасность, пожаро-взрывобезопасность, экономика безопасности труда, защита в чрезвычайных ситуациях, специальная оценка условий труда, государственное управление и надзор в области безопасности труда, социальная защита пострадавших на производстве. Прошлый выпуск этих же курсов, знакомые у меня закончили эти курсы и сейчас работают специалистами по охране труда в нефтегазовом предприятии. И удачно, вот они и посоветовали. Не упусти свой шанс и получи диплом образца САФУ, который дает право на ведение нового вида профессиональной деятельности в области безопасности технологических процессов и производства.